Я харизмат из-за Писания. Как я писал в своей книге Authentic Fire, sola scriptura, только Писание, и потому харизмат. Да, у меня был невероятный опыт в течение более чем 44 лет хождения с Господом. Я видел вещи, которые вы бы назвали чудесами. Я видел подтверждение того, что дары и сила Святого Духа действуют сегодня. Но я не строю свое богословие на опыте, я строю свое богословие на Писании. И я вижу, что есть много обетований, данных Богом, которые никогда не были отменены. Я вижу, что модель излияния Святого Духа в Новом Завете никогда не была отменена. Я вижу, что поощрение, пророчествование и говорение на языках в Новом Завете никогда не отменялось. Я вижу Бога-Целителя в Ветхом и Новом Завете. Я вижу, что дар исцеления и молитва за исцеление продолжаются в Новом Завете. Я никогда не видел, чтобы они были отменены. Я однозначно вижу, что дары должны продолжаться до возвращения Иисуса. Я однозначно вижу, что излияние Духа на всякую плоть будет продолжаться до конца века. И затем обетование во 2 главе Деяний, в 39 стихе, говорящее о прощении грехов и о даре Духа. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш. Тот же Святой Дух на мне, тот же Святой Дух во мне, это тот же Дух, который в Новом Завете, потому у меня нет причин сомневаться, основываясь на свидетельстве Писания, дары и сила Духа остаются для сегодняшнего дня». Буду честным с вами, в конце 70-х, начале 80-х, я пытался убежать от этого. Я был возмущен некоторыми вещами на служениях пятидесятников, когда я смотрел телепроповедников. Я хотел быть более угодным в более широких богословских кругах и тому подобное. Но когда я изучал Писание, я читал книги, направленные против даров Духа, я читал книги, направленные против языков для сегодняшнего дня, и я обнаружил, что это согласуется с Писанием. Когда я не хотел быть харизматом, свидетельство Писания переубедило меня, что я должен поверить в то, что написано. И затем, когда я активно искал Бога и проводил по-настоящему качественное время с Ним, я увидел этот аспект сверхъестественного движения Духа. Итак, Писание ясно говорит об этом, опыт подтверждает это, но вывод таков. Я харизмат из-за ясного и последовательного свидетельства Нового Завета.